Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня рассмотрим такую интересную руку и разберем с вами линии отношений. Что здесь я вам хотел показать? Вот обратите внимание, что на холме Меркурия в самом низу, вот здесь вот начинается, идут две линии отношений. Ну, на самом деле это не совсем линии отношений, так как они располагаются очень низко. То есть вот эта первая линия, покороче, она была проявлена в период детства, в школьном возрасте. То есть это влюбленность, первая такая влюбленность ранняя. И затем выше идет линия, уже более длинная. И эта линия тоже дает чувства. И такие первые отношения. Это было в период от 17 до 22 лет. А потом у нас идет двойная линия отношений. Вот смотрите, это одна линия длинная и вверху вторая. То есть две длинные линии, которые находятся друг возле друга. Это говорит о долгой привязанности, но не к одному мужчине, а сразу к двум. То есть параллельно два чувства у человека. То есть любовь к двум мужчинам. То есть человек раздвоился в своих чувствах, в своих привязанностях. И к чему это в результате приводит? То есть занимает этот период очень большое время. Начинаются такие отношения в районе 26 лет. Сначала с одним мужчиной знакомится девушка, и через некоторое время с другим. И вот, имея одни серьезные отношения параллельно, девушка имеет и другие отношения. Так называемая связь на стороне. И длится это очень долго. Это длится до 45 лет. Видите, какие длинные эти линии. А что же происходит потом? А потом у нас происходит следующее. Так, сейчас я уберу здесь лишнее. А потом у нас вот здесь, вот видите, еще линия есть. Вот она вверху. То есть невозможно любить сразу двух мужчин, сразу двух людей. Поэтому оба эти чувства приходят к окончанию в свое время. И вот эта высокая линия, это уже отношения после 50, поздний брак. То есть данная женщина имеет все-таки возможность иметь счастье в личной жизни и удачно выйти замуж. Но она уже усвоила уроки, она уже поняла, что нужно выбирать одного мужчину, что нельзя любить сразу двух мужчин. И поэтому в ее жизнь приходит позднее счастье. Вот такой пример, дорогие друзья.